Всем добрый вечер. Начинаем нашу конференцию после первого матча серии «Локомотив СКА». У вас в гостях Сергей Александрович Зубов, Алексей Николаевич Кудашов. Ну, тренеры так решили, что игра равных соперников, и перейти сразу к вопросам. Давайте вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Алексей Николаевич, ну, «Локомотив» по ходу первых двух периодах существенно превосходил соперников в бросках, и вдруг такой провал в третьем. С чем это могло быть связано? Все-таки с физикой вроде показалось, что все в порядке. Мы переигрывали в бросках, но проигрывали по счету. Поэтому не знаю, что лучше. Следующий вопрос. Еще гости Санкт-Петербурга. Есть вопрос? Сергей Соколов, телеканал «Санкт-Петербург». После предыдущих матчей, которые были в регулярном чемпионате, многие говорили, что в плей-офф-то будет другая команда и другая игра. Ну, словно переключатель будет на уровне плей-офф. Сегодня, несмотря на то, что команда уступила, вы чувствуете, что этот переключатель стоит на отметке плей-офф у команды СКА? Сегодня была равная игра двух соперников. Еще есть вопросы? Пожалуйста, ваш. Алексей Николаевич, ну не очень много штрафных минут, и тем не менее два большинства реализовано. На это какой акцент будете сейчас обращать внимание? Естественно, все знают, как СКА играет большинство, и мы готовились к этому, но все равно так получилось. Спасибо. Еще есть вопросы? Еще давайте поздравим с дебютом тренеров. Это были их первые матчи сегодня в плей-офф.